Йоу. Короче говоря, Versus. При поддержке группы Vine Video. Последние пару дней в топах Ютуба был Versus Battle. И детские ролики. Много детских роликов. Я бы сказал, до хрена. Да у нас детей столько нет для этих роликов. Чтобы не выделяться из толпы, посмотрел Battle. Особо никогда не понимал, что там происходит и зачем, но выступающие, да и зрители там выглядели пафосно. А пафос — это круто. На это по-любому ведутся тёлочки. Тёлочки — это важно. Я решил, что если бы когда-то попал на Versus, то Анька бы со мной точно замутила. Но если я проиграю, то не факт. Меня это смутило. Значит, выход один. Не проигрывать. Взялся разрабатывать стратегию. Как я понял, на батле важен большой запас матерных слов. Ну, этого было у меня вдоволь. Детство рядом со стройкой прошло не зря. Еще нужна рифма. Решил почитать Пушкина. Вдруг поможет. Забавная ситуация. Собрался материть людей под музыку, а для этого нужно сначала почитать Пушкина. Попробовал сочинить пару строк. Получилось что-то в стиле очень хреновых стихов, в которых нет смысла и рифмы, зато есть парочка орфографических ошибок. Добавил туда матерных слов. Но хотя бы потому, что слово «где» уже очень напрашивалось на рифму. Прочитал еще раз. Вроде не все так ужасно. Пойдет. Понял, что мне по-любому нужна прикольная одежда. Открыл шкаф, выбрал лучшую одежду. Лучшая она была только потому, что другого у меня тупо не было. Пошел к зеркалу. Отлично выгляжу. Для батла в самый раз. Настроение было бодрое. Еще раз перечитал текст. Он мне понравился еще больше. Набрал друга. Он спросил, как дела. Я сказал, что не могу говорить, потому что готовлюсь к Версусу. Он сказал, что я ему сам позвонил. Я бросил трубку. Мне некогда болтать. Нарыл хороший бит, врубил погромче, взял листик, начал читать. У меня нифига не получалось. За такой раунд меня бы точно зачмырили. Начал думать, кто бы мог меня вызвать на батл. Исходя из здравого смысла, никто. Но я накрутил себе, что я сам могу позвать кого угодно. Представил, что это какой-то топовый видеоблогер. Это было бы эпично. Хайп, подписчики, со мной все фоткаются, я бы сам стал видеоблогером. Да, норм идея. Врубил музыку. Теперь все шло отлично. Я прокачивал воображаемую публику. Мои отборные маты заходили в разрыв. Особенно зашла шутка про мамку. Я решил ужесточить текст и добавить еще пару матов. С третьего раза я чеканил текст почти без бумажки. Момент про мамку получался даже лучше остальных. Я уже чувствовал себя звездой Версуса. Я уже победил всех, кого мог. Я уже пил за победу с Хованским. Йоу! Ага, 2-0-1-7. Фу! Воспитала дебила, блять. Короче говоря, Версус. Ребят, всем привет, если вы хотите увидеть меня на Версусе, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также можете писать в комментариях, с кем бы вы из видеоблогеров хотели увидеть мой Версус. А также не забывайте подписываться на нашу страницу в Фейсбуке, в Инстаграме и в ВК. Все, всем спасибо и всем пока.